Всем привет, с вами я, Виолетта, и сегодня я покажу вам свои покупки канцелярии. Не ожидала я, что у меня так быстро появятся новиночки, покупочки, но вот так они быстро появились. Начнем мы с магазина Fix Price. У нас Fix Price это все по 53. Купила я два набора обычных ручек синих. Вот у одних корпус белый, у других синий, ну как бы для разнообразия. Это единственные ручки, которые из Fix Price мне нравятся, которыми я пользуюсь. Вот, если что, от фирмы Stam. Я ими пользуюсь уже, как бы, по-моему, не первый год. А как? Ну, вот и два, я думаю, точно пользуюсь. Дальше. Fix Price наконец-то к нам привезли набор дыроколы плюс фигурные ножницы. Вот у меня, значит, 4 набора. Пятого у нас не продают. Такого, ну, где фиолетовые ножницы. Значит, тут узор, по-моему, кружева, волна, зигзаг и... Это не помню, что. Как бы сами ножницы такие по качеству не очень. Ну, знаете, такие хлипенькие, но режут прекрасно, бумагу не рвут. Я их уже протестировала довольно много раз. Мне они абсолютно нравятся. А вот с драконами что-то у меня творится неладно, и они у меня плохо очень работают, заедают. Как бы и конфетка работает, вот эта машинка как-то плохо. А вот клубника и этот кораблик, они вообще как бы бумагу не... Как, дырок, в общем, не оставляют на ней. Поэтому да. Пакетики, шуршат пакетики. Так, далее. Купила я себе набор объемных наклеек. Что? Морские обитатели. Вот они по 30 рублей всем. Потом всякие звездочки. Ночная, в общем, тематика. Даже сердечки есть. Всякие, ну, в общем, такие, как просто. Ну, в общем, вы поняли. Звездочки, сердечки. И месяца всякие. И два набора с бабочками. Такие. И вот такие. А также вот такой, более реалистичные бабочки. Люблю объемные наклейки. Тем более по 30 рублей, что на самое то. Также купила бумажные скотчи по 53 рубля. Они такие красивые. На Алиэкспрессе, мне кажется, такие подобные какие-то продают. Может быть, даже эти можно найти прям точь-в-точь. Не знаю, можете сделать фотографию, и может, он вам найдет. Значит, я взяла летние. Вот. Правда, лета у нас что-то нету, но специально выбирала более-менее летние. Намотка тут, смотрите, большая, мне кажется, 10 метров. Также купила я себе пенал. Вот такой. Стоил он там 80 рублей, по-моему. У меня еще скидки. Ну, в общем, мне он в 70 вышел. Мне нравится красивый пенальчик. По качеству сейчас посмотрим. Я уже даже не смотрела. Пенал-косметичка. Вот, если кто не слышал, то я сказала пенал-косметичка. Как бы, типа, форма пенала. Маленькая ручка. В принципе, мне нравится качество. Он хорошо ходит. Я его покупала, чтобы возить с собой, так как у меня все пеналы заняты фломастерами, ручками, карандашами. Вот, а этот я именно чтобы взять с собой какие-то не все, допустим, 36 цветов фломастера брать, а 10 каких-то самых таких основных оттуда, 10 оттуда, 10 оттуда. Как бы создать, скажем так, свой набор, как бы, ну, который мне будет более интересен, более полезен. От, кстати, от фирмы Art Space, если вдруг вам это интересно. И купила я попробовать вообще, что за раскраски. Модные раскраски для девочек всех возрастов. Третий выпуск 2017 года, июнь-июль. Вот. Много, ну как бы много у кого я видела, все советуют, говорят, что бумага хорошая, картинки разнообразные.
В принципе, по картинкам мне все нравится, по качеству бумаги я фломастера не тестировала и вообще ее не раскрашивала, но по плотности она неплохая, скажу вам так. Мне кажется, что фломастеры, может быть, даже не будут просвечивать, ну хотя смотря какие брать. Вот, обязательно потестирую, вообще расскажу вам что да как. Я думаю, мне понравятся эти раскраски, но вряд ли я буду прям каждый выпуск собирать. Есть еще арт-йога от этой же фирмы, вот, но она просто как большая, и там картинки другие, но они выходят попарно. Но, к сожалению, сейчас я не видела арт-йоги, вообще этот журнал искала очень долго, так как вышел он, наверное, в конце мая, в начале июня, а сейчас уже месяц прошел, и, наверное, их все раскупили. Вот следующий выпуск, если что, с 25 июля, если вдруг кто-то заинтересовался и хочет купить... попробовать вообще, что за раскраски. Вот, если вы хотите, чтобы я сняла видео о всех моих раскрасках Инстресс, то обязательно пишите в комментариях. Если будет много комментариев, или же будет комментарий и под ним много лайков, вот, ну, если вам вдруг лень писать, много там плюсиков под комментарием, где человек просит снять видео про раскраски, то я сниму в ближайшем времени. Но, кстати, сразу скажу, в воскресенье я уезжаю к подруге на неделю, поэтому видео не будут выходить. Это видео не знаю, когда выложу, наверное, в среду или во вторник. Но снимаю я его в понедельник. 26 у нас сегодня, да? Вот. Ну, ладно, не важно. Так что обязательно пишите, может быть, я даже сниму видео, пока еще не уехала. Ну, я имею в виду о раскрасках. В общем, это было все. С вами была Виолетта. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Если было очень тихо, то, пожалуйста, извините. Просто я переехала в новую комнату. И здесь еще нет мебели. Вот. Поэтому тут очень большое эхо. Я надеюсь, что меня было нормально слышно, потому что если буду орать, то еще будет орать эхо, и это будет уже слишком. Да. В общем, да. Да-да-да. В общем, да. Всем спасибо за просмотр. С вами была я, Виолетта. Всем пока-пока.